Торжественное открытие соревнований длилось недолго. Участникам пожелали спортивных побед и честной игры. Здесь, в Центре подготовки национальных сборных команд по футболу «Спутник Спорт», ежегодно проводится городской этап краевого турнира. 9-й год подряд. В течение 3 недель проходили отборочные соревнования на всех дворовых площадках, на всех спортивных сооружениях, во всех спортивных школах, во дворах, где отбирались лучшие команды. И в данном турнире приняло более 16 тысяч участников со всего нашего большого города Сочи. Представлено 12 команд-победителей районных этапов в 3 возрастных группах. Сильнейшие команды поедут в Краснодар, чтобы представить наш город на краевом уровне. Нам нужна победа, чтобы увидели в нас спортсменов, бывших футболистов сборной России. Спортивные амбиции большие. Они уже видят себя в сборной России. И здесь на поле юные футболисты из Дагомыса смело ринулись в спортивный бой, несмотря на то, что большинство их соперников в красной форме на голову выше. На одном поле сегодня проводилось сразу по 3 игры. Мальчишкам повезло. Погода как раз располагает к упорной борьбе. Не жарко, накануне прошел дождь. И теперь все зависит от желания юных футболистов. Бороться за победу так, как учили их тренеры перед матчем. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.